Всем привет, ребят! Меня зовут Илья, вы на канале Зверё, а это ультразвуковой увлажнитель воздуха с функцией теплого пара. И он вообще офигенен. Приглашаю вас сегодня его рассмотреть. Вместе посмотрим, как что работает, и про него расскажу. Так что, вы на канале Зверё, погнали! Многие люди задумываются, чтобы у себя дома поставить увлажнитель. И все выбирают, какой выбрать. Я приверженец того, чтобы в увлажнителе была функция теплого пара. Это на самом деле вообще офигенная штука, потому что уже пробовал, ощущения просто офигенские. Это самое лучшее, что может быть. Ультрафиолетовая очистка воды, здоровенный контейнер для воды, удобно его брать, заливать, ставить обратно, обслуживается просто. Пульт дистанционного управления в комплекте. Ко всевозможным умным домам и так далее не подключается, оно в принципе и не нужно. У тебя стоит дома, нажал, включил, нажал, выключил, все. Батарейки придется для пульта дистанционного управления докупить отдельно. Все клавиши дублируются на самом устройстве, они сенсорные. По дизайну, конечно, каждый сам для себя решает, кому что нравится. Здесь очень удобно, сбоку можно видеть уровень воды. Впереди нас встречает экран, на котором будет написано режим работы, температура, влажность в помещении и так далее. Клавиши включения, и, соответственно, мы выставляем у нас уровень увлажнения. У нас три градации, ну то есть три режима. Первый, второй и третий максимальный. Можно поставить таймер вплоть до 12 часов на отключение. Тоже удобная тема. Можем выбрать увлажнение. Ну, примерно, не знаю, там поставим, давайте. Максимально здесь 95 идет. Ну, давайте максимальную поставим. Сейчас у нас пар холодный идет. Ну, ты прям это ощущаешь, да, руками. При этом, когда ты даже вот так вот держишь, вот так подержал руку, хоп, она уже мокрая. Когда ты не хочешь ничего настраивать, просто включаешь автоматический режим, все, больше ничего не надо делать. Плюс также есть еще ночной режим, который отключает у нас как раз всю подсветку. Нажимаем, удерживаем. У нас, пожалуйста, экранчик в ночном режиме. И здесь у нас настраивается теплый пар и, соответственно, ультрафиолетовая лампа. Если нажать подержать, у нас включается очищение. Вот в максимале выглядит все вот так. Ты включил теплый пар, ты включил ультрафиолетовую лампу, включил, к примеру, таймер, все, и включил ночной режим, не паришься и иди ложиться спать, к примеру. Рассчитан он до размеров комнаты или помещения до 50 квадратных метров, значит, бак у нас на 10 литров воды, это круто. Еще могу сказать на примере такую тему, что удобно, например, девушкам не нужно носить там эти 10 литров туда-сюда, ты просто подошел, к примеру, с какой-то вот лейкой, из которой ты там цветы наливаешь или с кувшином, открыл и прям сюда залил, то есть не надо никуда это все дело носить. Мне сейчас кажется, вообще все больше и больше людей, практически уже в каждом доме есть увлажнитель, а если у кого нет, все постоянно хотят купить. Из опыта, на самом деле, могу сказать, вот когда я очень часто пользовался разными увлажнителями, такие штуки я бы ставил чем можно выше. То есть если ставить на пол, будет не очень удобно, у тебя пар выходит сюда и сразу ложится. Через какое-то время, когда он постоянно сюда оседает, понятно, что он как-то по комнате расходится, но вот здесь вот будет все реально мокрое. Поэтому такие вещи лучше ставить в комнате повыше. Функция теплого пара, еще раз повторюсь, вот такая вот. Я такую штуку обожаю. Самое удивительное, что ты можешь просто поднести вот сюда руку, подержать буквально 5 секунд, и у тебя она просто будет вот мокрая, сами видите. Ну, еще скажу, что супруге такой увлажнитель понравился. Поэтому, на самом деле, можно брать, можно его рассмотреть. Ссылку на данную модель оставлю вам в описании на официальный сайт производителя. Welcome. Хотите, переходите, смотрите, при желании покупайте. Пишите в комментариях, какими увлажнителями пользуетесь вы, и вообще пользуетесь, не пользуетесь. Давайте с вами это дело обсудим, вот там в комментариях. Вы были на канале Зверё, меня зовут Илья, пока.